Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор гидролатом семян моркови 50 мл. Гидролат моркови, как и морковное масло, отличный компонент любые антивозрастные средства. Да и самостоятельно применяемый, он проявляет хорошее омолаживающее воздействие. Свойства гидролата моркови таковы. Полезен для возрастной и пожилой кожи. Рекомендован при сухости, бледности, шелушении. Питает кожу витаминами А, С, Е, оживляет кожу, которая вследствие каких-то факторов выглядит серой, тусклой и безжизненной. Активизирует обновление клеток эпидермиса, уменьшает видимость морщин, может наноситься на тело для улучшения загара, хорошо очищает от токсинов, остатков косметики, смягчает кожу, улучшает ее текстуру, придает здоровый цвет, восстанавливает волосы, помогает избавиться от текущихся кончиков и лопасти волос. Применение гидролата семян моркови в косметике таковы. Антивозрастные средства, питательные составы, бальзамы, крема для тела, крема для лица, флюиды под глаза, омолаживающие маски, спреи для тела, косметика для загара, скрабы, пилинги, средства для макияжа, тоники, лосьоны и косметический лед. Вот такой удобной бутылочке мы отправляем гидролат семян моркови нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!